28 марта 2013 года администрацией города Кумертау был проведен открытый конкурс по проектированию нашего путепровода, которым наш Кумертау на самом деле нуждается очень. Вы сами видите, что здесь происходит. И пробки даже в нашем городе Кумертау уже начали появляться. Я думаю, что с открытием этого путепровода ситуация в городе намного изменится в лучшую сторону. Разработкой проекта будет заниматься Оренмост. Стоимость его около 3,5 миллионов рублей. После того, как проект на строительство будет готов, администрация займется поиском источников финансирования на республиканском и федеральном уровнях.